согласились праздновать год юбилейный крещения Руси. 1025 лет датируется с момента крещения нашего русского народа. По объявлению, по афише вы, наверное, во-первых, обратили внимание на то, что мы собрали этот концерт для того, чтобы обозначить свой храм, что мы его собираемся строить, чтобы наше дело стало более общеизвестным. Также, наверное, обратили внимание на несколько необычную архитектуру нашего храма, потому что там сбоку прилагались виды 3D-макета нашего проектного храма. Также видели, что сегодня будет выступать коллектив нашего храма и будет исполнять древние русские песнопения. Также и казаки сегодня тоже откликнулись, пришли для того, чтобы исполнить старинные традиционные казачьи песни. Все эти темы, на первый взгляд, очень разношерстные, разнорозненные. Но есть тема, которая всех объединяет. Это тема крещения Руси и нашего русского православия. Храм в его необычной архитектуре, именуемой базилика, является древнейшей формой православной христианской архитектуры. До VI века все христианские храмы были примерно такого вида. И только позднее сформировался тип крестово-купольный, который для нас с вами, русских людей, в особенности привычен, дорог и любезен нашему сердцу. Здесь, на храме, предлагаемом Святой Троице, нет ни купола золотого, ни восьмиконечного креста, как мы это привыкли видеть. Почему? Потому что есть стремление к архаике, к простоте, к практичности, ну и к некоему определенному стилю. Дело в том, что именно такого типа храмы впервые, оказывается, строились на территории нынешней Российской Федерации. Когда христианство проникало на Русь в 7-8 веке, то здесь, именно с этих южных регионов, подобного типа храмы и строились. Поэтому мы решили отчасти вернуться вот к той древней традиции, ну тут еще, конечно, вопросы финансово-экономические, потому что такой храм построить намного дешевле и проще. Также именно в таком храме, в подобной базилике, крестился и причастился впервые наш равноподданный князь Владимир в крещении Василий, так называемый Уваровский комплекс, базиликальный, в центре которого стоит огромная базилика. То есть сейчас архитекторы, когда реконструируют, то они нам предлагают макет именно базиликального классического храма. То есть получается, что начало русского православия и рождение русского православия совершалось вот в таких базиликальных храмах. И оказывается, что это давнее, хоть и забытое, но все-таки хотя бы на грош, но наше. Также крещение Руси повлекло за собой рождение нашего русского православия, особенного типа христианства, которое дало истории и культуре величайшие шедевры. Но когда мы говорим о русском средневековом православии, то, наверное, чаще всего вспоминается икона. Да, икона – это великий шедевр и великое достижение нашего русского народа. Но не менее высоким достижением русской церкви средневековой было церковное пение. И в связи с этим сегодня вам предлагается услышать песнопение по своей стилистике, реконструированные примерно 16-18 веком. Так называемый знаменный распев. Собрали мы ребят, которые вам сегодня исполнят молитву примерно в том ее виде, в каком она существовала в 16-17 веке, а в нынешние наши дни такой стиль пения и молитвы в нашей русской православной церкви утерян в основном. И также казачество. Мы находимся здесь, на Волгоградской земле, и жителями исходными этих земель были донские казаки. Итак, все здесь у нас увязывается в единое целое.
южный регион нашего русского православия. Здесь особая архитектура. Мы же должны подчеркнуть, чем мы отличены, например, от северного и среднего региона России. Мы юг, поэтому нам ближе базиликальный тип архитектуры. Сегодня мы услышим церковные песнопения, традиционные, древние, старинные. И также сегодня мы с вами услышим и традиционное казачье пение. Значит, будем мы стараться петь даже без микрофонов, чтобы был естественный живой звук, поэтому просьба отключить сотовые телефоны и быть максимально внимательным, чутким, чтобы не производить никаких лишних звуков, переговоров и так далее. Представьте себе, что вы находитесь, ну, примерно в 16-17 веке в каком-нибудь старинном московском, новгородском храме. Вы можете пройдемся по песнопениям Святой Божественной Литургии, а завершим весь наш блок стихирами пасхи, тоже древнезнаменным воспевом. Первое песнопение «Единородный сыне». Yeah.
Yeah.
нас пиарит. Я уже не хочу.
начала крещения Руси и до 17 века. А уже во второй половине 17 века в России началось засилие культуры западной, европейской. И эта культура в ее певческом проявлении проникла также и в церковь, и в церковное пение, и по какой-то непонятной причине вот это величественное, прекрасное, древнее, молитвенное, эстетичное пение было забыто. И сейчас такого храма почти что не услышим. Ну, сохранялось это пение лишь в духовных центрах, очагах русского православия, таких как Троица Сергиева Лавра, Валаам Соловки, Оптина Пустынь, Серафимова Пустынь. Там пели до самого 20 века. Именно таким образом и сейчас немного еще и остается этой певческой древней кружевной культурой. Ну а в основной массе мы этого храма не слышим, к сожалению, вот, очень большому сожалению. Поэтому мы стараемся на своем приходе, во всяком случае, возрождать эту древнюю певческую традицию, и не только певческую, но и певческую. Не скорби душою. Я же.
Мы с
искренне рады, что сегодня собрались вместе с вами на этом благотворительном концерте. Надеемся, что нашими общими усилиями этот храм поднимется. До завтра, молитвы! Yeah.
не для меня. Не для меня придет весна. Не для меня дом разольется. И сердце девичье забьется с восторгом и чувств не для меня. И сердце девичье забьется с восторгом и чувств не для меня. Не для меня святой. Thank you.
наши лейб-гвардейцы.
за Чигуню. Руководители Ольгу Григорьевну.
во многом была достигнута. Во-первых, мы заявили о себе, показали, что ведутся работы по организации строительства нашего храма. И причем это не просто строительство, а строительство храма, в котором должно совершаться богослужение по его уставным каноническим проявлениям. Знаменный распев, традиционная русская каноническая иконопись и так далее, благочинное богослужение. И вот сегодня мы продемонстрировали своим храмовым хором, каково было древнее богослужебное пение, так называемый знаменный распев. Были исполнены литургические песнопения, которые, я думаю, тронут до глубины души любого человека, более-менее живого. Также мы обосновали сегодня, почему мы планируем строить именно такой храм, а не другой. Потому что это древняя традиция, православная, христианская, потому что это обосновано литургически, исторически, регионально. И самое главное, это то, что мы отметили событие крещения Руси. Эту юбилейную дату мы сегодня отметили. Упомянули князя Владимира и то, что крещен он был в Крыму именно в таком древнем базиликальном храме, который мы и собираемся строить. Это поможет нам Господь.